Друзья, сегодня вот удивительное совпадение. Мы только начинали снимать очередную задачу на очередной день, посвященную нашим эмоциям, нашим впечатлениям от прохождения марафона. И подходит молодой брат. Ассаламу алейкум. Как тебя зовут? Байтул. Байтул? Да. В конце Л есть или нету? Есть. Байтул. И говорит, ваш марафон, как ты сказал? Ваш телеграм-канал просто пушка. Пушка, вот. Мы его не специально подобрали. Деньги дали тебе? Поделись, пожалуйста, вот искренне тем, что тебе понравилось, запомнилось, и чтобы все было честно, скажи о недостатках каких-то. Недостатков никаких нет. Мне особенно понравился последний урок про то, что нужно искать что-то новое, чтобы мозг хорошо работал. Это сам жесткий инсайд я там словил. А что ты зашел новое? Чем ты начал заниматься новым? Я в поисках пока. Пока в поисках? Да. А в каком направлении двигаешься? Может, я тебе помогу? Я вообще сторисмейкер. Сторисмейкер? Да. А, ну понятно. А в какой сфере? То есть экономика, геология, физика, химия, бизнес, коучинг? Бизнес. А, стартаперы, вот это все, вот это понятно. А у тебя стартап какой-то свой есть? Был, но я его закрыл. Какой? Кубики-рубики. А что ты с нашей не коллаборации нет, считаешь у тебя, а? Мне говорили, что у вас дорого как-то с вами это спросить надо. Не показывай, вот этот момент не показывай. Вот это мы про дорого не показываем. В общем, договорились так, кубики-рубики, в Читае ждем, будем продавать твои кубики-рубики и будем коллаборировать. Договорились? Хорошо. С этого нового начнем. Хорошо? Хорошо. Все, рад был знакомству, тебе всего доброго. Все берем пример с Байтула. Даже вот та девушка тоже. Хорошо, все тебе. Счастливо, всего доброго. Кстати, эта книга «Исламский финанс» тоже. Да? Спасибо большое. Вообще замечательный парень, исламский финанс, и сторизмейкер, и активный, и телеграм-канал подписан, и выглядит на 5 с плюсом, почувствовал себя даже моложе на пару лет. Да, что, деньги от... Друзья, больше половины месяца позади, самое время подводить промежуточные итоги. Много задач мы прошли с вами вместе, много задач оказали нас действительное воздействие. И поэтому не надо стесняться, не надо бояться, надо преодолеть свой внутренний страх, поделиться своими эмоциями. Кто в комментариях, кто написал отдельный пост, кто записал полноценное видео, где вы искренне и честно поделитесь тем, какие задания произвели на вас впечатление, позволили вам стать лучше, а какие задания нет. Поделитесь тем, что вам понравилось больше всего. Поделитесь тем, что вы бы хотели увидеть в будущих задачах до конца нашего Рамадана. Задача этого дня, друзья, вспомнить все те изменения, которые с нами произошли за этот месяц, выбрать самые яркие из них и не побояться поделиться ими в своих постах, в каких-то сообщениях, в видеоформате. Главное, поделитесь, не стесняйтесь, и это будет полезно не только для вас, но и для ваших окружающих. Друзья, и давайте не халтурить, не просто все было хорошо, мне все понравилось, действительно, распишите текст, напишите его приятным, красивым образом. Поделитесь им со своими друзьями, возьмите обратное мнение, исправьте, запишите потом видео. Будьте активнее, оно того стоит. Здесь можно телеграм-канал просто заполнить весь парк, машаллах. Ты с нами в телеграме? А? Не в телеграме, в инстаграме. В инстаграме? Подписывайся срочно. Вот самое, пожалуйста, как тебя зовут? Мухаммад Амин? Да. Мухаммад Амин, вот самая яркая эмоция, которую тебе пришлось пережить в этот Рамадан, что больше всего понравилось, зацепилось, запомнилось? В этот Рамадан? Да. Что-то наверняка произошло такое, вот, что не происходило раньше. Это первый тарех намаз джума или что-то. Ты что ли? Да. Я тебя поздравляю. Честно говоря, это ощутимо было. Ощутимо было. Да, ощутимо. Вот ты сразу, несмотря на то, что даже на телеграм-канал не подписан, выполнил 3 наших задания. То, что мы не, ну, многие не делаем. Вот я не ошибался ни разу, когда с религиозным случаем. Машаллах. Будем с тебя брать пример? Да. Я с тебя беру пример. Рад был знакомству. Спасибо большое. Все, увидимся, иншаллах. Счастливо. Баракаллах. Давай, счастливо. Вот примерно в такой яркой форме, в видеоформате, запишите свою эмоцию, поделитесь в соцсетях, отправьте своим близким, знакомым. Не бойтесь делиться прекрасным в вашей жизни. Заряжайте этим позитивом всех своих близких. Успехов! Увидимся в комментариях, увидимся в соцсетях. Буду ждать.